Что думаешь, нормально что ли? Уйди отсюда, ёб твою мать, ты заебал уже мне здесь, ёбана в рот. За 140 можно нахуй послать. Иди дальше. Хуй, не хочешь? Нет. Тогда иди нахуй. Бочину-то, похоже, так неплохо зафигачили. Под сиденьем ржавчина, это вообще жесть, конечно. За сколько отдадите-то? Какой край-то? 120, вот спрашиваю. Не, я за столько не буду брать. Ну за 80 я бы взял. Нет. За налик. Ладно, удачи с продажей. Здрасте. Здрасте. С вами по машине, да? Да, да, да. Здрасте. Вот смотри, уважаемый, здесь это не Гелендваген, это не Майбах. Еще оформляться сегодня можно будет, да? Конечно, можно. Что, еще покупатель? Да, да. Что? Забираю, что? Нормально? Просто коллекционировать хлам на гораздо большой. 96 купил, я за 80 отдать. Что, они по 80 стоят такие? Тебе померить? Делай. Красили там, не красили тачку? Что это значит 600? Красили, что? В гараже. Пускай человек пришел, посмотрит, у него свой глаза есть, свой мозг есть, он сам посмотрит. Почему утиль-то? Нормально? Ты что, охуел что ли? Не понял. Ты что ты говоришь утиль? Почему утиль? Потому что разбираюсь. Ну тогда иди дальше, качественных, разбирайся. Качественных перевертышек разбираюсь. Что, утиль что ли? Перевертыш? А? Что, утиль что ли? Ну много крашеных элементов, очень много, поэтому так сказал. Ты что, охуел? Почему охуел-то? Прямо в смысле? Почему охуел-то? Ты что, долбоеб что ли? Почему долбоеб? Иди дальше тогда. Ну. Сейчас пойду. Что, ты рынок что ли здесь? А не перевертыш? Нет, нет. Здесь это уже перекупщик. Перекупщик? Да ты перекупщик. Перекупщик, да? Не перекупщик. Нету такого возможности перепродавать. Единственное, что не красили здесь вот это вот крыло. Е 220. Чуть чувака наебой. Нет, если хочешь, я тебе могу показать пару тачек. Поехали, одна станция. Я тебя найду. Сука, я ж тебя в покое не оставлю, гондон. Я ж тебя найду, блядь. Одна станция. Запомни меня, я тебя найду. Одна станция. Запомни меня, хорошо, найду. Да. Запомни. Давай, удачи. Лицо запомни. Хорошо, давай. Хорошо, давай. Потом доедем. Да. Сейчас я отцу еще позвоню, спрошу, брать, не брать. В принципе, хорошая. Бать, ну че, нормальная машина? По торгу, говорит, надо брату звонить. Ну, уже даже за 180, по-моему, в порядке. Прям отбоя нету, да. Пиздец. Можно я лобач еще гляну? Я просто за 140 бы взял. За 140 можно нахуй послать. Я смотрю, человек просто меня не слышит. Тебе что-то не нравится или что? Ты говоришь, нормально все, вон что, блин, смотри, ему тут наклеено, тут наклеено. Просто фару потом ты хрен найдешь такую. По 500 рублей эти фары, блядь. А что тогда они здесь, зачем паяны это? До свидания. Я серьезно говорю, до свидания. Эксперт? Ну да. Да? Ну на ютубе, до хрена нравится, я тебя спрашиваю. До хрена пересмотрел. Тебе что-то не нравится, я тебя спрашиваю? Ну да, мне нравится. До свидания. Давидыч, я смотрю. Специалист один, ёпта, Давидыч, что вы там гоните? Молодец, ну я вот. Тебя поздравляю, смотри дальше. Ну вот. До свидос. Ну я просто хотел посмотреть, ты как слышишь, продают, нет? Покупают. До свидания. Здрасте. Ваша, да, машинка? Да. Ну показывайте аппарат. Сальник бежит или что, вон этот? Где? Ну вон, мокрый. Вот это все. Что, заведем, попробуем, послушаем. Ремень чуть посвистывает, да? И что по кузову? Бита, крашена? Что-то она и машина, и крыша крашена, не перевертышь? Ну, у тебя 120. То есть ударенная была в бок, получается, да? Она вся крашеная получается, да? Но... Просто руль такой ушатанный, как будто не 200 тысяч на ней проехали, а все там 500. А, вы перекуп, да? Да. Понятно. Здрасте. Так, что обычно смотрят-то, блин? Ну, обзоры смотрю, как выбрать тачку-то правильно для себя-то. Фары-то что, джумберят, все нормально? Что, я подумал, за 115 край возьму. Что, покупаешь, что ли? Да я, да, сейчас 137. 37? Что, думаешь, нормально, что ли? Ты машину-то смотрел? Она вон крашеная вся, а смотри. Что? Зазоры вон поведенные, видишь? Вон там наплывом покрашены. Можешь отойти от смысла? Ее красили в гараже каком-то. О, вон, видишь, капли текут? Да. Это значит, ну, красили, значит, сами. Она у тебя облетит. Чуть поездишь, она все обшелупонится нахер. Себя. Уйди отсюда, по-братски. Она крашена. Руль ты видел? Его какой-то какой-то. Давай пиздуй отсюда, тебе пару по-другому сказать. Его какой-то жрал какой-то хомяк, ты видел? Да ебет тебя. Там пробег скрученный. И это как надо затереть руль, чтобы такой был руль? А хули ты прошел? Это на ней в рот, блядь, если километров это... 1000 надо было проехать. Иди нахуй сюда, давай, блядь. Пока там не 200. Там ведь не 1000. Там 200 километров, ты что? У меня была машина 200 километров, она как новая была. А это посмотри. Пошел нахуй, я тебе сказал, еще раз хотел сказать, блядь. По-другому не понимаешь, что ли, блядь? Уйди отсюда, блядь, вообще, ой, блядь. Ты смотри, зазор видел? Уйди отсюда, по-братски, ну. Уйди. Это зазор или не какой-то, зазор? Какой-то больной человек. Ну, зазор, блядь. Видишь, оно зажато. Это значит, удар был, ее выправили плохо. Просто покрасили и все сверху. Смотри, все. Ты гандон, блядь. Я твой все выебу здесь, блядь. Хуй ебаный, блядь. А двигатель видал, ты смотрел?
Уйди отсюда, ёб твою мать, ты заебал уже мне здесь, ёбана в рот. Двигатель видел, он нализанный. Вымытый двигатель, видишь, чистый. Это так чистят, когда там чистый, течет, да, все в масле, нормально. Перед продажей вот так вычищают все. Держи мне капот, сейчас я его выебу. Нормальные продавцы не моют никогда капот двигатель. Меня, блядь, да он там блядь. Весь в масле, в грязи был. Да уйдешь ты в конце до конца, я сейчас всем выебу. Ты видишь? Ну-ка. Уйди. Это кто там? Это кто? Ты кто-то? Больной, блядь, ёбаный. Ее на диагностику загонять надо. Хули ты мне свою цену предлагаешь? Это хули, когда ты хочешь ее? Ну 115 она стоит, 137 она не стоит никак. Ничего себе, тут работы на двадцатку минимум. Еще, уйди, ну отсюда, еще блядь, сейчас ты мне настроение, блядь, проблем с ней выхватишь. Вон ржавчина, смотри. Вон, видишь? Чего? Вот, смотри, коррозия. Пиздец. Уйдешь отсюда, блядь? Я тебе говорю, не бери, парень. Я сейчас тебя отпиздю, блядь. Лучше уйди отсюда. 37 не бери. Уйди отсюда, по-хорошему. Бля, у человека, блядь, два глаза, два рука, два ноги, блядь. Чего я могу его наебать? Да он вон с деревни какой-то приехал. А ты что, местный хуй, что ли, блядь? Помяни мое слово, братан, не бери. Я тебе говорю. Не бери, ни в коем случае. Ты даже и за 115 передумал брать. Да ну ты тогда нахуй, ты откуда приперся, блядь? Я думал, за 115 возьму. Ты хуй мой, не хочешь в рот тут себе, что придумал? Такие блядь. Дела. Иди отсюда, блядь. Уйди отсюда, блядь. Ты чё? Давай, пизду отсюда. Так же не делается, зачем человека это обманывать? Уйди отсюда, блядь, по-хорошему прошу тебя, я как человека, уйди отсюда. Обманут. Гандон, уйди отсюда, не блядь. Чё-то шестое чувство, чё-то не то. Твоё чувство я сейчас выебну, значит иди отсюда, блядь. Пока куда? Цел, уйди. Ну ты человека не обмани. Блядь, иди нахуй отсюда, блядь, я ничего не вру, блядь. Зачем так? Сам смотри, блядь. Уйди отсюда, блядь. Если она не стоит, будет, если... Уйди, я тебе сказал отсюда, быстро, блядь, нахуй. Уйди отсюда, блядь, он дома. Пока цел, уйди отсюда, блядь. А? Братан, а? Да пойдем, я тебе подберу нормальную тачку, не бери ты эту. Беру. Выебал, уйди отсюда, блядь. Я-то подберу. Слышь ты меня? Братишка. Братан, погнали, я тебе точно говорю. Ты уйдешь, я твою сейчас маму выебу отсюда. Уйди нахуй, блядь, я гандон. Масло, если смотри. Тебе не нравится, видишь? Это говно, ты мне говорил, блядь. Нахуй пришел обратно. Блядь, тебе повезло, что тебе еще не отпиздили. Я тебе говорю, я тебе за ногу возьму, блядь, отсюда ёбну, блядь, хуй станешь потом. Уйди отсюда, блядь, пока живот. Точно не бери, это перекуп, ты что, не видишь, что ли? Уйди, блядь, нахуй. Мудак, ёбану, блядь. Уйди нахуй отсюда, блядь, я не с тобой разговаривал, блядь. Я пришел в машину, посмотрел. Я тоже посмотрел, ты видел? Блядь, уйди нахуй, блядь. Уйди отсюда нахуй, блядь. Чуть-чуть нравится, чуть-чуть мне сейчас пизду найдем, чуть-чуть тебе нравится точно. 137 она не стоит. Уйди отсюда, ты говоришь, 137. Для меня стоит. Для меня стоит лично, блядь. Ну она столько не стоит. Ты руль-то видел? Там его барсук какой-то грыз. Прогрызал, вон, посмотри. Да хоть там, блядь, пуск. Номер знаешь, звони. Я тоже позвоню попозже. Какие машины есть? Попозже позвоню. Какие машины ты есть? Ну да. Какие машины? Если машина крашеная, что будет? Ну, проблемы потом, в ремонт вкидывать. Тебя так-то, сейчас конечно, я в ремонт скину, блядь. Чуть-чуть. Никакая реанимация тебя не принимешь. Может, человека заберешь, где-то, блядь, по голове, ебнешь, что-то, блядь, деньги отнимешь. Да ну, блядь. Я что? Как тебе можно доверить, блядь? Я что, бандит, что ли? Ну, похож как раз на бандита, блядь. Там... Бородатый пришел, блядь, пиздишь, нахуй, блядь. Там или сальник бежит, или что там, конкретно что-то. А он, видишь, говорит, ничего не бежит. Там видно, видно, что он в масле весь. Движок вылизан, это первый признак сразу, что что-то не то. Давай, иди отсюда, блядь, пока я тебе не отпиздил, честно говорю, блядь. Обычно же уйди нахуй, грязный, я там все ебал, все видно. Уйди, блядь, пидорос нахуй, блядь. Там же видно все, вот когда она грязная, там видно все. Иди ну отсюда, блядь, и так у меня нервы уже не хватает, блядь. Так а почему я не пойму, что... А я тебе сказал край, какую цену сказал? Ну, 130. Да, и что ты хочешь от меня сейчас? 115. Хуй, не хочешь? Нет. Тогда иди нахуй. Почему? Опять говорю, почему? Ёпт твою мать, блядь. Ты мазохист? Какой мазохист? Я машину хочу купить. Блядь, я тебе сказал, не отдаю за эту цену. Что ты хочешь от меня сейчас? Ну не знаю, поторгуемся, я косяки найду, еще скинем. Хуй я тебе скину, блядь. Почему? Край 130, все. Отстань, ну уйди ты, пожалуйста, отсюда. Уйди, ну. А почему край 130? А? Можно типа, за 130? Край его 130, друг. Все. Не отдашь, короче, за 115, да? А если 117? Ты край мой слышал? 130 край, я тебе еще раз повторяю. За 137, говорю, не бери. Я его за 130 отдаю, что ты хочешь от меня? Блядь? За 130 тоже много. 110 край, и то я вот пятерик накинул, так чисто. 110. Ты хочешь, чтобы сейчас я тебе, блядь, оттуда что-то достал по голове, ёбну, блядь? Кого? Чтобы в багажнике лежит, блядь. Хочешь, чтобы я достану, ёбну по голове, блядь? Вместо, блядь, усилителя. Здорово. Будешь работать потом. У вас же в объявлении написано торг. Я и торгуюсь. Вон зазоры.
Там наплывы. Хуазоры, блядь. Руль покусанный. Блядь. Масло течет. Просто так лобовой этот, лобовой. Посмотри, где там лобовой. Лобовой сальник там бежит. У тебя в жопе сальник бежит, знаешь? 120 не отдашь? Не, не сдашь. Ладно, если что, позвоню. Спасибо. Давай, давай. Привет. Так, кузов проверил, багажник проверил. Стекла опускаются. 170 ровно будет, да? Фу, да-да. Ну, за 167 тогда. Ты что, дурачок, что ли? В смысле? Что, брать собрался, что ли? Да 167, это ведро. Не понял, это? Да я только смотрел его. Ты что, смотри, хлам полный. А смотри, зачем возвращался? Да я на метро не туда пошел, понятно. Ты иди по своей дороге, что бы возвращался-то? Да я шел, я сейчас пойду. Иди, иди. Ты что добиваешься, не понял? Визуально ее сразу видно. Братан, подожди, тебя как зовут? Меня Володя зовут. Володя. Смотри, сразу видно. Что добиваешься, не понял? Ничего не добиваюсь, я смотри. Иди дальше. Что тебя не устраивает? Если не устраивает, иди дальше, пожалуйста. Так не 170, блядь. Ты что, дружище? Давай. Вот по-честному скажу, скрученный же пробег. Я откуда знаю? Да там я, блядь, видно. Месяц вожу моего брата, понимаешь? 3 года стоит эта машина на нашем учете. Руль утертый вообще. Ну, какая разница? Сидушка протерта. Такого не бывает на 200 тысяч. Нахуя ты приперся и суешь свой нос?